Добрий день, шановні друзі. Доки наші горе-політики лякають власний народ мітингами та кривавими бійками, мій сьогоднішній співрозмовник людей смішить, бо добре розуміє, той, хто сміється, не здатний на зле. Сьогодні у нас в гостях блискучий український актор, ціле явище в нашій культурі Андрій Данилко. Добрый день, Андрюш. Рад, что ты к нам сегодня приехал. Я действительно совершенно искренне сказал, что ты не только блестящий актер, но и целое явление в нашей культуре. Я считаю, что это совершенно неоспоримый факт, и в будущем он подтвердится. Хотя сегодня есть много критиков, но это, наверное, нормально. Правда, когда критикуют? Ну, я считаю, вообще для артиста очень важно, что есть люди, которые тебя любят и которые тебя ненавидят. И это, конечно, очень неприятно, когда высказываются по поводу меня очень несправедливые вещи, но нету равнодушных. Вот самое главное, когда я несколько раз так замечал, вот люди, ну, журналисты в основном спрашивают, вот вы почему у вас там нету на канале таком-то, музыкальном там, или почему вас не крутят на радиостанции такое-то. Я говорю, ребята, Верка Сердючка, этот персонаж, да, певица, актриса, это не фоновый персонаж. Она не может быть в телевизоре день и ночь. Она должна быть очень дозирована. Я думаю, все-таки счастье и несчастье, наверное, мое заключается в том, что все спорят, и никто не может понять, это хорошо или плохо. Но я думаю, для меня все-таки самый большой показатель – это дети. И люди, которые звонили из Америки, с Израиля, там, из Германии, когда вышла программа Андрея Малахова «Пусть говорят», когда все накинулись на меня, и я должен был объяснить, я с этой целью и приехал. Я не приехал оправдываться. Я приехал объяснить, что они неправильно услышали слово. Ну, мы сейчас коснемся этого слова. Ты едешь на Евровидение от Украины. На самом деле, наверняка хорошая ситуация, что ты будешь представлять Украину. Хотя лично для меня, я думаю, что конкурс Евровидения не ахти какое событие. И думаю, заполитизированное, все остальные конкурсы. Я так не считаю. Вот знаешь, Дима, вот честно говоря, я к нему отношусь очень положительно. Есть очень большие поклонники, назовем того же Филиппа Киркора, который прямо с ума сходит по этому конкурсу, вот нравится ему. И я воспринимаю, конечно, там есть какая-то политическая подоплека, естественно. Даже в Нобелевской премии она есть. Все понятно, но для меня конкурс Евровидения – это единственный фестиваль, который объединяет Европу, действительно. Собирается масса людей у экранов, все переживают, но мне так хочется, чтобы вот наши артисты, я имею в виду Белоруссия, Украина, Россия, относились к этому чуть спокойнее, чуть с улыбкой, как относятся все на Западе. Никто не сидит с корвалолом и не ждет баллы, как, сколько там, какая страна проголосовала. О, пятое место, то классно. Это праздник. Четвертое тоже. Место, хорошо. Первое место, о, прикольно. Праздник. Это ярмарка дружбы. Некоторые фразы, которые будут сегодня говорить, наверное, там масса вопросов, я уже несколько раз уже где-то произносил, но так как вопросы одни и те же в основном, то вы мне уже извините, если я где-то буду повторяться. Относительно слов, о которых мы начали говорить, когда я услыхал, что Андрей Данилко, я еще не слышал песни, спел «Russia Goodbye», я обрадовался, думаю, молодец, хоть кто-то додумался уже спеть «Russia Goodbye», и слава богу, пора сделать это и «Russia Goodbye» на самом деле. Но ты говоришь, что ты так не пел. В чем причина конфликта этого? Верка Сердючка – это холод мира. Она не может никого обидеть, не может задеть чувства какие-то патриотические россиян. Все равно я мозгами в Советском Союзе. Я живу так, как и ты. Мы все равно живем. Ну, мы так родились, да? Но ноги пытаются оттолкнуться, а мозги да, еще но там. Все, да, все равно я хочу. Все это мне очень было прикольно. Было очень как-то, ну, я не знаю, это было... Ну, классно, когда приезжаешь там, в Казахстан, когда ты приезжаешь в Узбекистан, и нет вот этого разделения. Ненавижу эти таможни в 4 утра с собаками. Ну, да? В Америку приезжаешь, нормально ведь тоже. Ну, и что таможня есть? Ну, Америка как бы это... У нас не было такого ощущения, что это вот... Это была какая-то
далекая, это луна была. Вот для меня это луна была. Когда наши концерты были в Америке, для меня вообще я не мог себе как-то, как это может вообще быть. Наши сердючка на луне. Да, сердючка на луне. И поэтому я наоборот хочу, чтобы персонаж сердючка объединял людей, а не рассоединял. И когда они услышали Russia Goodbye, я в первый раз это услышал, думаю, как это можно... Хотя там явно слышится Russia Goodbye, что обозначает «взбиваю масло». Это понятно и с монгольского, да? Это на монгольском, и май, понятно, и на корейском, и на казахском. Май – масло. Ну, сбивай, тряси масло. То есть, игра слов. И в начале песни Верка Сучка говорит, я и английский – это небо и земля. То есть, поэтому давайте разговаривать языком танца. И вся эта песня, которая... Данса, да, эта песня. Считалочка. Зибен-зибен, алю-лю. То есть, это что? Они с нее сделали политическую акцию. Конечно, для меня это было очень неожиданно, и я не то, что переживал, я так как-то был... Тю, что? Без что? Меня женили. Газета «Блик» опубликовала первое после отборочного тура, после этой «Голгофы», как я ее называю, потому что я очень плохо работал. Когда сжигали эти чучела, эти митинги устраивали, естественно, это, все забывают, что за этим персонажем стоит живой человек, который... Это все принимает... Не то, что есть близко. Нервы. Есть нервы, есть семья, есть... То есть я был просто размазан. То есть я лежал просто. Я не спал без имована, я пил этим... Как-то более-менее... Почему это такой впечатлительный? Это не впечатлительный. Вот знаешь, вот, ну как вот, когда ты включаешь телевизор, и показывают сжигание, этот ритуал сжигания чучела. Это да? Же популярность. Ну, я не знаю, что-то это идиотизм, я считаю, то, что происходит. И когда приезжали вот ребята из BBC, они спрашивают, почему такая реакция вот комедийного персонажа вот у людей? Да? Я говорю, я не знаю, спросите. А для них было удивление. Я говорю, это то же самое, тоже приводил пример, говорю, то же самое, что вот в России взять, сделать митинг против Куклачева, повесить плакаты, поставить чучело, поджечь его и сказать, что Куклачев издевается над кошками. Да, ну то же самое. То есть настолько какое-то то ли зависть, то ли... Ну, я не знаю. Но для меня это было очень тяжело. Как-то сейчас немножко все успокоились в связи с событиями, которые сейчас происходят, политическими. Выступление Натальи Ветренко, которая, мало того, меня реально все мочат в этой программе «Пусть говорят». Вот, и... А что сказала Ветренко? Ветренко сказала, ну да, типа, Данилка не без способности, но как эту кикимору можно выставлять, это позор Украины, и он пропел «Russia Goodbye», потому что это песня гимн атлантистов, и это, значит, явный путь в НАТО, ну, я своими словами, то есть опять про НАТО. Я так сидел, думаю, господи, ну я же не учу Наталью Ветренко, как создавать там коалиции, там, как делать митинги, как блокировать трибуну. И я в этом ничего не понимаю, я в это не лезу. Чего вы лезете туда? Куда? В том, что вы вообще ничего не понимаете. И когда они услышали эту «Russia Goodbye», и это услышали по интернету, где звук, ну реально, ну сам понимаешь, да, звук в интернете. Там может послышаться что угодно. Я говорю, я специально для этого приехал, чтобы вам объяснить. Когда включили эту злополучную запись в студии на мониторы, где прекрасный звук, и все услышали там слово «Russia Goodbye», все не могли сделать шаг назад. Было неудобно просто, понимаешь? И они, естественно, нет, ты хочешь из нас сделать идиотами, дураками. Ну, хоть кто-то заступился. Филипп, Кобзон, конечно. Ну, конечно, там все подрезали, это сделали более мягче, хотя я ехал на прямой эфир. Я говорю, ребята, будет прямой эфир, я поеду. Они говорят, да, за час они это все переиграют. Они все время обманывают, это за ними водится. Ну, как, понимаешь, мне не в чем оправдываться. Если бы я пропел «Russia Goodbye», и это кого-то обидело, я бы встал бы и извинился. Ну да, занесло. Кому-то это не понравилось, да. Вот, то я себя чувствовал Кристина Орбакайте. Вот я сидел, они чучело показывают, потом подбор украинцев, которые мнение спрашивали. Ты не видел эту программу? Нет. Спрашивали мнение. Ну, как будто вы зашли в какой-то барак, да? Какие-то все скрученные, какие-то, вот знаешь.
какие-то убогие, да? Да. И все ганьба, 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 все это, значит, все от взрослого нету. Вот. Но тем не менее, Андрюш, мне приходилось слышать, что все, что о тебе говорят и пишут, ты не слушаешь и не читаешь. Это правда? В последнее время так и есть. Я себя оградил от прессы, и я стараюсь, если даже там слышу какие-то мнения, ну, артистов там, или политиков, я переключаю, не слушаю. Я недавно слышал, что Михаил Михайлович Жванецкий, он человек довольно сложный. У него бывает сегодня одно мнение, завтра другое, но он творческий человек, гений. Конечно. Что он сказал, увидев на одном из концертов у тебя под дверью охрану, больше ни у кого не было охраны, никого не охраняют. Он сказал, что да, вот у Данилка охрана, но охрана это не только те, кто охраняют, чтобы никто не вошел, но они также оберегают, чтобы никто оттуда не вышел. И был недоволен этим фактом. Что ты можешь сказать по этому поводу? Это абсолютно нормально. Люди не понимают, для чего нужна охрана. Я объясню, когда вот были эти события, это было до отборочного тура, когда ударили машину мою, то есть специально, случайно, не знаю, когда вот эти были все акции протеста, когда эти сжигания чучела, когда это все вот таким комом, да, и психологически это очень тяжело выдержать. Какие-то телефонные звонки на мобильные. С угрозами? Нет, они какую-то ересь несут или просто молчат. Вот, то это было неприятно. И что касается охраны на концертах возле гримерки, она нужна не для того, чтобы там, на меня там накинуться, для того, чтобы была своя территория, где ты можешь нормально переодеться, где ты можешь нормально принять душ, и в это время к тебе не там вскочит там кто-то там из твоих знакомых или незнакомых, сфотографироваться на телефон с дочкой там или сейчас. То есть, эта охрана нужна только для того, чтобы была личная территория своя. Я иногда попадаю на российских каналах, на программы «Аншлаг» или «Кривое зеркало», и у меня просто ухудшается настроение. Я не понимаю, где там нужно смеяться. Людей в зале показывают ухахатывающихся. Мы с Шендеровичем говорили недавно на тему, что если посмотреть по российскому телевидению передачи, может сложиться впечатление, что президент России Петросян по количеству показов. То есть, людям это нравится. Но я догадываюсь, насколько твое творчество не нравится людям, которые делают эти передачи. Как они должны внутренне завидовать, видя высокий полет и понимая, что они до этого уровня не дотягивают. Есть проявление вот этой зависти, недовольства? Ну, вы знаете, есть, наверное, но как-то мы не пересекаемся нигде, и поэтому как-то я это не ощущаю особо тогда, но я понимаю, что это есть, и мы умышленно не свои номера, которые они есть, никто не ушел из разговорного жанра, мы это все делаем, все это есть, но мы не показываем специально, потому что это закручивает. И в таком количестве показываю, что просто вызывает рвотную реакцию. И я, смотря программу «Шутка за шуткой», иногда попадаю на номер милиционера, старинный тут еще, когда я... Это запись 99-го года. Хороший номер, между прочим. Который они показывают. Это уже не актуально. Юмор, скоропортящий продукт. Конечно. Я говорил, это вот было вчера смешно. Я сейчас, допустим, не могу смотреть эти все старые записи «Сердючки». Но это было, этого нельзя стесняться. Это было какое-то начало. Из истории юмора. Но вот это не смешно. Это сейчас где-то пошло, где-то уже как-то вульгарно даже. Но это было. И юмор меняется очень сильно. И поэтому я не снимаюсь в юмористических программах с номерами специально. Или мы делаем вот эти, разыгрываем какие-то такие небольшие скетчи с Стыдючкой и ее мама на тему там «Танцы со звездами» там, или там «Новогодний огонек». Это такие милые шутки, скажем. Возможно ли, что, кстати, появится папа Сердючки в кадре или нет? Да нет. Это будет перебор? Это будет перебор. Хотя было бы наверняка интересно посмотреть и на папу. Но мы же в поиске. Мама скрывает. Кто папа? Кто папа, да. То есть, и у нас же была там шутка по поводу, кто мой батька. Помнишь, да, в финале видео? Хорошо, красавица, кто мой батька. Когда я еще был маленький, ты наверняка помнишь эти фестивали
вишневі усмішки. Да, совершенно гениальный Остап Вышня, несчастный человек, который отсидел очень много и писал потрясающие фельетоны, и вообще юмор был очень тонкий, и совершенно ужасный юмор, который показывали люди, которые участвовали в этих фестивалях. У нас так получилось, практически не было ярких представителей в жанре юмора в Киеве, в Украине. То есть они были, но их тут же забирала Москва, они здесь не задерживались, здесь было слишком душно. Ты не ощущаешь неприязни к себе от этих людей, которые еще живы, которые участвовали в этих вишневых усмешках, и которые, в общем-то, клянут тебя на каждом шагу, где только могут? Ну, нет. Ты понимаешь, у меня нет конкурентов. Нет, сердючки и певица, и актриса, и... То есть это такой жанр, такой винегрет, который никто не может обозвать до сих пор каким-то словом, что это такое. Поэтому все спорят. И поэтому я не подхожу, я никому не составляю конкуренции. Ни на эстраде, в разговорном жанре, ни на эстраде там певческой, абсолютно. То есть я даже такого даже смысла себе представить. Но я реально понимаю то, что люди любят Сердючку, и люди поддерживают меня как человека. То есть и письмами, и телефонными звонками, и даже вот на улицах. Я же тоже хожу там, в супермаркет куда-то, и кто-то подходит, там какие-то вещи говорит, не обращайте внимания. Все думают, что я очень сильно переживаю по поводу этого Евровидения. Я не переживаю, просто сильно измотан. Усталость накопилась. Я, конечно, я устал, я плохо сплю, поэтому мне приходится там пить снотворное, чтобы заснуть. И это очень непросто. Стоит все очень много денег и разрывает. Я не думал, что будет такой скандал с этой Раша Гудбай. Бедное, несчастное слово Раша Гудбай. И хорошо, что получился скандал. И хорошо? Ну, я не знаю, кому хорошо. Я вообще считаю, что из всего плохого, во всем плохом надо находить хорошее. Хорошо, что сжигают чучело, а не живых людей. И то плюс. Я знаю, что это очень несправедливо. И та радиостанция, которая вот сделала протест, там, нет Евросердючки, то она уже извиняется, она уже хочет крутить там, неделю песню Сердючки. Ну зачем? Ну, что это за бред? Целую неделю. Ну, где же ваши принципы, да? Ну, не крутите эту сердючку, Господи, ну, не нравится, не смотрите. Андрюш, ты совершенно правильно заметил, что юмор – продукт скоропортящийся, и темы находить – это большая проблема для всех, кто занимается в этом жанре, пробует силы в этом жанре. Где ты берешь темы? Ты по-прежнему ходишь вот среди людей на рынках, Дима, общаешься? Дима, всегда люди хотят слышать про себя. Вот я тебе буду рассказывать... к примеру, историю, как я, ну, я, конечно, прошу прощения, но, допустим, как в поезде человек идет в туалет, да, вот в поезде. И вот я буду рассказывать про себя, то, что происходит вот в этом туалете, и это было и у тебя, и у оператора, и вот сидящих сейчас телезрителей. Когда ты рассказываешь, я рассказываю про себя. Когда было обманул ее сердючки, я рассказывал, как она пришла, выпившая, и пошла купаться в ванну и упала. Я рассказал про себя. И тогда это получается про всех. Вот когда Билык пишет про себя песни, там, «А чего так жесток снег?» И ты ей сочувствуешь, потому что и у тебя такое было, и у тебя такое было. То есть я думаю в этом заключении. А когда-то, вот я терпеть не могу вот слово эти проекты, математика, вот высчитать. Да. Вот это высчитать для того, чтобы это. Может быть, поэтому у меня... математики была великий гарний 2 в школе. Но вот эти просчеты, мне кажется, сейчас время все-таки, время людей, ну, артистов со своим лицом. Конечно. Это всегда было, и все равно ходят на Антонова, и он не в ротации, но все равно идут. Сейчас объявите концерт Магомаева, все придут. Да. Вот, люди... А вот эти поющие трусы, как я называю, вот их, это, и пусть это все будет. Пусть это будет, да. Но никогда они не соберут Украину, дворец спорта. И просто настолько, мне кажется, что загажен эфир. И тут такое тупое слово «формат», которое я ненавижу. Такой формат.
Фон. Формандами это фон. Те, кто не в формате, хороши, правда? Нет, это, для меня слово формат, я понял определение. Это фон. Вот я сижу, допустим, там, там в фаворите, не знаю, стригу, к примеру, да, и включат там канал какой-то музыкальный, да? Да, бесконечности, одно и то же. Ну, фон, да. Их, то есть никто даже не смотрит. Оно так идет себе, какой-то видеоряд. Ты очень важную вещь сказал о том, что ты показываешь людей такими, какими они хотят себя увидеть. То есть, ты говоришь от имени себя. Тем не менее, мне приходилось видеть, как женщины смотрят монологи Сердючки, и они говорят, ты, Давид, точно, то, и це точно, и це точно. Как тебе удалось проникнуть в психологию женщины? Ведь одно дело психология Андрея Данилко, другое Нет. дело психология женщины. Вы понимаете, это очень, очень просто все. И когда начинают, сколько ты входишь в образ, как это, какие-то разговоры, надо за 3 часа войти в образ. Нет, на самом деле все у всех одинаково. Я уже где-то об этом, опять же, повторяюсь. И одинаково мы плачем, одинаково мы расстраиваемся, одинаково ходим по магазинам. Все происходит, мы отличаемся только визуально там в бане. Вот и все, все различие между мужчиной и женщиной. Но тебе приходится на сцене иногда, когда ты импровизируешь, думать от имени Верки? Как-то же все-таки другие, знаете, мысли? Стало меньше. Вот я какие-то свои мысли по поводу чего-то, да, но говорю ее словами. Да, ее там, через ее непосредственность, через ее простоту, через ее, ну вот через ее какое-то свое понимание. Даже в этой песне, да, они говорят, такая тупая песня «Дансен», да, это, они же видят на уровне сиськи. Конечно. Но вы вдумайтесь, даже в текст этой фразы, которая вот в этой песне, я хочу видеть там, я хочу видеть тебя, взбивающее масло. Ты толстый, взбивай масло. Да? Вот смысл. Они же не углубляются. Есть такая фраза. Живи не для того, чтобы танцевать, а танцуй для того, чтобы жить. То есть движение, у тебя все получится. Почему? Почему вот все орут эту, все будет хорошо и с ума сходят? И я рад, потому что это песня, которая поднимает, это песня оптимизма. Конечно. И почему Дансен этот без нераскрутки, пока она не готова окончательно, то есть по сведению. Но это уже хит. Все поют. Ну, они, я скажу, мы работали в Одессе, и я понимаю, что люди ждут именно этот данс. Только заиграл. Дрин, 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 дрин. Все, начали кричать. То есть, вот так. Я неоднократно замечал, когда на экране Верка Сердючка, она или в зале, она максимально раскрепощена. Когда на экране или в жизни Андрей Данилко, чувствуется некоторый зажим. Видно, что он очень скромный, интеллигентный человек, который тысячу раз подумает, прежде чем что-то сказать. Верка выпалит, может быть, иногда и не думает. Ну, вот почему такая разница? Нет, я думаю, это ошибочное мнение. Я абсолютно... Ну, зависит от всего. Мы там вчера прилетели, сегодня улетели. Ты плохо соображаешь, ты не отдохнул. Ты бывает... как-то не можешь правильно сформулировать свою мысль, да, нужно научиться то, чего я не умею. Я не умею отдыхать, я не умею составить так график, который бы вот было время для создания чего-то, для работы и для отдыха тоже. Для восстановления. Потому что это очень тяжело. И мне когда-то спросили, говорят, а за что вы не любите Сердючку? Я сказал, вы знаете, я, наверное, не очень люблю Сердючку из-за того, что она слишком популярна. Знаете, все то, что чересчур, ну, тоже плохо, да? С одной стороны, прикольно, когда там они все кричат, эти люди все там, все, а ты не можешь попасть в... Сейчас стараемся работать все вживую, и ты не можешь попасть в тональность, потому что крик стоит такой, что ты просто нереально не можешь попасть. Плохие мониторы. И подольше бы так не попадать, между прочим. Ну, никто не говорит, что ручка певица, я тоже всем объясняю, кто так серьезно к ней относится. Сердючка – это грустный клоун все равно. Вот такой.
Она такой вот философ сейчас. Философ, мудрец, да, конечно. Она никакая не проводница уже. Ребята, ну забудьте про этот поезд. Уже тошнит мне про этот поезд слышать. Но ее поезд еще не ушел, правда? Нет, ее поезд не уйдет. Пусть не радуется. Мне интересно, а вот настоящая мама и папа, Андрей и Данилка, где они сейчас? Чем они занимаются? Кто они по профессии? Ну, папа умер у меня, когда мне было 10 лет. А мама, когда мне было 14 лет, она купила домик, и она живет в селе. Ну, она там любит эти коровы, там, природу. Серьезно? Да. Мы жили в однокомнатной квартире, я жил в очень плохих условиях. Вот, жил в какой-то пристройке, когда я просыпался утром, зимой, то обои, которые они отклеивались, потому что сыр, ну, строили, как умели, на меня иней был. То есть условия были. Но никто как-то особо не жаловался, у нас не было такого, что мы это плакались там, или там ходили, какие мы несчастные. То есть было разное. Я не скажу, что мы жили за гранью нищеты. Нет. За гранью добра, да, и зла. В то время, в принципе, все жили одинаково. Вот в массе, да, своей. Иней был разным. Да, может быть. У кого-то было чуть получше, у кого-то как-то. Ну, мы жили очень скромно, скажем так. Мы не бедно, но очень скромно жили. Как и многие. То есть, и было как-то весело, было хорошо. Сейчас, конечно, я живу нормально, но вот что-то пропадает, конечно, нету тех людей, которые бескорыстно относились, правда? Ну, нет, это я еще себе сам, бывает, придумаю. Вот уже есть какой-то момент. И ты сам же это себя чувствуешь, ты публичный человек. И вот тебе подходит человек какой-то. Вот, или что-то надо обязательно, или ты вот все равно. Вот какой-то анализ, ну, присутствует. Очень тяжело находить новых людей, ну, в твоей жизни. А да? Может, и не надо находить. Но они появляются, и прикольно. И... Ты свою маму кормил устрицами в жизни? Да нет, вы что? Нет? Нет. Ну, а как вы встречаетесь? Она приезжает к тебе в Киев? Они приезжают все ко мне в Киев на пару дней, и я даже могу послать машину, но они никогда не берут машину. Не надо. Автобусом? Нет, они на метро. Нам так удобнее. И они приезжают сами. Как зовут маму? Света. Что сказала мама Света, когда увидела, что ее мальчик, ее Андрюша, обрел такую популярность, что он уже Верка Сердючка? У нее не было никакого отторжения по этому поводу? Ну, какое может быть отторжение? Отторжение может быть, когда я лежу под забором со шприцом в руках, да, там, или хожу, продаю сервизы. У кого-то украл. Чайные, да, продаю сервизы. Тут, наверное, может быть какая-то история. Ты понимаешь, мы же, если так по большому счету, все же было по ступенькам. Мы же не сели в лифт и не полетели сразу, не стали звездами. И это все реально понимают. Я вот кратко пытался даже объяснить, вот, когда приехали из Daily Telegraph, и вот BBC тоже, они вот кратко, вот что, кто такая Сердючка? Ну, как объяснить сразу, да? Вот нам прикольно, но объясните. Вот. Ну, вот мне приходилось объяснять человеку, я ему говорю, пойми, Сердючка – это украинская мечта, история Золушки. Да, да, а он говорит, нет, Сердючка – это просто жлобиха, и таких показывать нельзя. Вот я с этим не согласен, для меня Сердючка однозначно это праздник. Золушка, конечно. Праздник, Золушка, конечно. 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 Тебе приходилось слышать высказывание, что Сердючка жлобиха? Я слышал, конечно, это. И люди, которые это говорят, наверное, сами по себе жлобы. Что такое жлоб в твоем понимании? Жлоб для меня – это дурак. Хорошо, как сказано. Дурак. Ну, просто дурак. Вот я вот объясняю им, они же все понимают тоже. И приехала не русская служба, а англичане приехали. И они говорят, я говорю, ну, это украинская мечта. Вот она была Золушка там где-то там в поезде, потом у них там это, сделала себе вагон этот, и свой вагон, и свой шоу, потом решила, что она певица, все-таки стала певицей, потом она стала звездой, покорила Москву. Что дальше? Евровидение, вот почему. Для меня это абсолютно, я как наблюдатель за развитием Верки Сердючки. Естественный путь куда? Евровидение, естественно. Поэтому неважно, какое место. Главное, что она там. Потом не исключено в парламент, в политику, правда? А почему нет? Но Чечерина может быть членом парламента? Такое сравнение.
Ну, если уж Чичалина, я говорю, то почему Сердючка наше все? Ну, то есть, я думаю, да, с мамой мы могли бы тоже блокировать трибуны. Мама могла бы спикером быть просто. Ну, мы там отпускали комментарии по поводу политических событий. И все-таки Сердючки – это шут, и надо к этому относиться правильно. Я не играю никакую женщину. У женщин. Нас в парламенте много шутов тоже, ничего. Да. Но не таких смешных. И самый беззубый аргумент, как по мне, когда они говорят, те люди, которые назвали дураки, да? Да. Они говорят, він позорив українську женщину. В Москві сміються з українською женщиною. Сміються з Верки Сердючки. Приїжджає Софія Ротару. Хто з нею сміється? Ніхто не сміється. Приїжджає Вягара. Ніхто не сміється. Сміються з Верки Сердючки. Сміються з комедійного персонажа. І от я вважаю, що ці от, люди, які неправильно розуміють, або зомбіровані кем-то, или, опять же, проплаченные кем-то. Ну, вот. Мне, конечно, я смотрю, вот мы тоже эти митинги, тут 80 гривен, там 150 гривен. И смотришь, ну, такой театр, да, это все. И грустно. Пошлый и банальный вопрос. Какой у Сердючки размер бюста? Я никогда об этом не говорю, потому что я считаю, что это вопрос действительно пошлый и банальный. И очень давно, когда такой был стремительный какой-то взлет в России, и ну, просто все, ну, как-то так мы себя как-то так ощущали, подождите, дайте нам сказать. А они все кричат. Дайте вот, самим понять, что происходит. Да, да? Мы тяжело это было, то есть, понять и принять такой какой-то ажиотаж. Такой. Тем более мы разговорники тогда, они даже не пели. И была еще Радмила, которая играла Гелю. И мы так с ней договорились. Почти Караклаевич. Да, и мы, значит, заходили на пресс-конференцию. И сидят куча журналистов. И мы говорили, вопросы. Почему Геля? Как не в колготках? Какого размера бюст? Там? Не задавать. И тишина. А это основные вопросы пресс-конференции. Мы вставали, значит, кланялись и уходили просто. Андрюш, мне всегда тебя, честно говорю, очень жалко, потому что когда я вижу, как каторжно ты работаешь, а может кто-то думает, что ты прохлаждаешься, это не так. А как ты тяжело работаешь в свете софитов в этой огромной шубе? Тебе жарко, скажи. Дима, я в шубе не работаю 3,5 года уже. Но такое складывается впечатление, опять, вот наше телевидение, которое ну, невозможно контролировать. Я с ужасом думаю о приход новогодних праздников, да? Все мюзиклы по 1000 раз повторяются, да? Показывают какие-то золотые граммофоны старинные, да. Какие-то неудачные мои видения. И у людей складывается впечатление, что я стою на одном месте. Мы всегда снимаемся там, ну, в двух огоньках. Там, на Интере, к примеру, там, и РТРовский огонек. Ну, может быть, Первый канал. И все. И показываем новые какие-то песни. Все. Но такое впечатление, что мы снимаемся везде. И это показывает. Ну, то есть я переключаю каналы и вижу себя. То эти зайцы, то эти. Когда были шубы, тяжело было? Жарко? Да, я завидовал группе Viagra вот, летом. Но когда были вот предвыборные концерты. Нетопленные клубы, наверняка. Да, то, конечно, завидовали они уже мне. Мне приходилось где-то слышать, что у тебя после выступлений, когда все это много же при себе, были даже синюшные пятна, особенно в размере в объеме груди. Это вы знаете, я 4 года не работаю сольный концерт. Большие сольные концерты не работаю. Мы работаем или, вот, скажем так, заказные концерты, которые длятся там 40-45 минут, либо какие-то солянки. То есть сольные концерты такие полноценные с номерами. Мы не работаем 4,5 года почти. Был такой период, когда вот летние туры, я стою в Сочи, а забит тоже зал, жара. Обливаюсь потом. Я читаю этот монолог, и я понимаю, что я теряю сознание. Я читаю монолог, думаю, я сейчас скажу антракт и уйду. И думаю, мне вот хочется холодной кока-колы выпить. Вот просто холодной кока-колы. И я как-то так сократил этот монолог, закончил. И там у меня было там 3 минуты, как-то я себя привел в чувство быстро. Я сидел около часа в душе.
после концерта. И я так подумал, Андрюша, это пока ты молодой, а дальше, да? Может быть, что угодно. То есть реально поднимается давление. То есть у меня, то есть было, ну, очень большие проблемы со здоровьем. Тяжкая работа, тяжкий труд. Которые не прошли. И вы знаете, в связи вот тоже, вот я хотел сказать по поводу, опять же, недавно видел программу «Шанс», где вот заставляли девочку спеть песню «Верки и Сючки», она не хотела. Да, я видел тоже. Видел. Да, вы понимаете, я так не люблю, как это делают другие. И вы знаете, Верка Сердючка может быть только одна. Я очень не люблю, когда ее песни перепевают кто-то. А невозможно. Нет, они делают неправильные акценты. Конечно. Они неправильно делают... Ну, я не люблю, когда ее пародируют. Потому что они пародируют... Ну, как-то глупо так это все получается. Это получается пошло и вульгарно. Мелко. И я не видел ни одну нормальную пародию никогда. Вот более-менее как-то вот братья Пономаренки, как-то вот они как-то так вот, вот на грани и то. Что-то схватили, как-то да? Как-то так вот, да. Но в основном то, что я видел, какое-то кривляние или какая-то или такая пошлятина. Но я уже молчу за двойников, которые ну, просто ведут себя. Вот ты говоришь, Сердючка должна быть одна. Чем закончилась история с двойниками? И закончилась ли она вообще? А, вот знаешь, вот я недавно купил фильм документальный о Высоцком. Он дает такие комментарии по поводу своих записей. Очень многие пленки были сделаны под Высоцкого. Вот пели в манере Высоцкого, пели с таким хрипотцом. Жигурда, да, пожалуйста. Вот я не люблю, вот я не могу, я не, вот может быть прекрасный человек, может действительно у него такой голос, но я не могу смотреть, вот из исполнителей, которые я слышал, вот был там творческий вечер памяти Высоцкого, да, перепевали песни, да, и начинают все отдавать вот это, меня просто это раздражает. Вот единственный, кто мне понравился, это Лепс, Григорий Лепс. Точно. Вот как-то он по-своему, это прочел, вот по-своему, да. А они Сердючку перепевают под Сердючку, начинают кривляться. А у Дельфина, да, он пел Лепс. Да-да-да, очень прекрасно хорошо. Спел, да. И поэтому я не люблю, когда начинают наряжаться на свадьбах. Я понимаю, что это любимый какой-то персонаж народный, да, там все. Но все-таки это, ну, как для меня. Я понимаю, люди это не видят, потому что это надо видеть в концертах, да. Все-таки это больше арт-персонаж. Я ухожу туда, все-таки Сердючка, это грустный клоун. Послушайте ее, пожалуйста, о чем она говорит, ее оценки, такой философ. Ну, вот один очень хороший артист сказал мне, ну, не будь Андрюша Данилка дураком, я бы на его месте сделал бы так. Взял бы 5-6 хороших клонов Сердючки, лично бы их обучил и отправил бы работать под именем Сердючка, а сам бы сидел дома и стриг бы купоны. Такое, в принципе, возможно или нет? Нет, это невозможно. Люди, которые видят подделку, это видно очень сильно. Ну, они смогут спрятаться там под за фонограммой, да, и звучит эта фонограмма, и они что-то там кривляются. Они начинают разговаривать, и сразу все слышат. Никогда Сердючка не позволит себе неправильной пошлости. Интонации, да. И я могу даже заругаться матом. И, в принципе, понимаю, что Сердючка тоже может заругаться матом. Могла бы, да? Да, могла бы. Если это было бы оправдано. Как вот эта история. У нас было, когда мы поехали в Италию, было очень смешно. Улетные каникулы. Да, очень смешная программа. Но там как бы прекрасная надо просто. Было вот правильно еще ее смонтировать. Но вот были... У нас когда так перло. Там очень много не вошло в программу. И вот там была такая история. В Неаполе действительно воруют сумки. И выхватили сумку. И у нас был отборный мат. Сердючка и значит, мама. Это было к месту. Конечно, что это пи-пи-пи. Но это было смешно. То есть это было логично в этой ситуации. А какие спортивные костюмы потрясающие. Да. Но я скажу, так они все, как люди относились к нам очень положительно. Мы же ходили по улице. Так видно было, останавливались да, люди. Да, фотографировались. Конечно. Мы зашли в магазин в Милане Дольче Габбана, когда они увидели эту сумку арбуза, они все упали под прилавок. Они говорят, мы такого не видели, где это? А мы с Инкой были на Владимирском рынке, купили эту сумку арбуза. Я говорю, боже, посмотрите на эту сумку. Кто это придумал вообще? Кто бы это еще купил? И она сразу еще стоила 180 гривен.
эта сумка. Андрюш, я думаю, что ты не можешь не задумываться, что будет дальше с Веркой Сердючкой, какое у нее будущее, и до смерти ли ты будешь Веркой? Может, надо будет уйти в другой какой-то образ? Ну, ребята, вы просто видите меня на экране, ну, 95% Сердючка, конечно, естественно. И есть масса задумок, есть масса там, номеров, которые там я делаю. Есть там тема инструментальных композиций, которые просто это где это показывают, где? То есть там не формат, я на радио я не могу инструментальную музыку показать. Это только сольные концерты. И вот я решил, что мы, скорее всего, скоро сойдем с экрана. Ну, какие-то клипы могут появляться, может быть, участие в каких-то огоньках, но снова это будут сольные концерты, где люди будут правильно понимать то, чем занимаюсь на самом деле. Оригинально Задорнов поступил. Вот он обещал мне, что однажды он все бросит и уедет на полгода жить на Алтае. И он таки это сделал. И сейчас вот он на Алтае, отключил все телефоны и связь с космосом напрямую. Человек работает. Интересно, правда? Не каждый способен это сделать. Не, ну, ты пойми, он один. Все-таки тут большая команда работает. И ребята, да, и всех надо кормить. И слава богу, есть эти заказные концерты, которые позволяют себя не чувствовать униженными. И ты можешь... И оскорбленным. Конечно, я не думаю, что мы будем делать туры. Потому что проблема с голосом. Когда эти песни, которые мы исполняем, их невозможно просто открывать рот под фонограмму. Энергетика уйдет тут же. Нет, этого нет. И тем более сейчас живой состав работает. И люди понимают, что это работа действительно. И люди абсолютно по-другому к этому относятся, когда нас видят на живых концертах. И я думаю, мы поедем и в Америку, и поедем по Украине. 5 концертов поработали, вернулись, отдохнули. И я хочу просто организовать и себя, чтобы было время и для отдыха, и для работы, и для создания, опять же, новых номеров, новых песен. Ты заговорила о команде. Куда все-таки делась Геля и что произошло? Почему ее нет? Ну, Радмила ушла, ей показалось, она может работать самостоятельно. И я особо не слежу, но я так вижу периодически там ее на экране. Как бы все в порядке, у меня это бизнесом занимается. Мы не особо общаемся, мы не общаемся вообще. Потому что она некрасиво ушла. Она там говорит, что она ушла там красиво, но она некрасиво. Убежала просто, да? Да, она убежала с гастроли. И для меня это, ну, как-то все прошло уже. И я на самом деле был рад. Вот показывали недавно танцы со звездами. Она сидела с Русей Пысенко в зале. Мне было приятно ее увидеть и как-то прошло. Все-таки было больше хорошего, и было прикольно. И она действительно была человек... Комфортный, да? И одно понимание юмора. Она была хороший партнер. И я скучаю за ней, как за персонажем. И единственное, мы придумаем какую-то штуку. Может быть, какое-то возвращение. Пусть там... Блудные дочери. Да, на какое-то время. Пусть на клип просто. Где-то, то, мне кажется, это будет интересно. И людям тоже интересно, потому что ее помню. Мне приходилось слышать, что когда ты работал с Гелей, у тебя был роман с Радмилой Щеголевой, когда работаешь с мамой, у тебя роман с Инной Белоконь. Это так или нет? Вы знаете, у меня всегда роман с кем-то, с кем я работаю. И так послушаешь, я работаю с Инной, у меня и с Инной роман. Когда снялся вот Юра Авраменко в инструментальном клипе, у меня с ним роман. То есть я такой, мне совершенно, если так почитать газеты... Любвеобильный. Да, у меня так все хорошо в личной жизни. И мне понравилась одна фраза, я говорю, знаете, когда вот, говорят, а вот было написано? Я говорю, отвечаю, вот есть такая фраза, мне очень нравится. На заборе тоже, да? Написано, да. Одна баба полезла, а там дрова. Вот что-то с этой серии. Я практически не читаю о себе в прессе. Особенно мнение. Вот эти мнения уже... Вот что мне задрали эти мнения. Мне вот одни и те же слова. Позор, какой позор? Что позор? Да ты жанр такой. Я когда была пресс-конференция, ну, это не знаю, показывали, это не показывали. Я говорю, ребята, я не президент Ющенко. Я не представляю на Евровидении страну.
Я не могу ее представить. Я представляю жанр этой страны, да, и артист из Украины, да. И я представляю, что в Украине есть, вот, есть Александр Пономарев, и такой жанр есть. Что они могут выйти не только с барабанами, они могут выйти со звездой на голове и просто подурачиться. Вышла же бабушка в этом молдавском ансамбле. И замечательно, да, было, сдобший сдуб, да? Да, они абсолютно по-другому к этому конкурсу относятся. И в основном, конечно, люди за меня, и я это понимаю, те люди, которые возмущают, это ганьба, как это можно, у нас такая спевучая краина. Да при чем? Тут никто же не говорит, что у нас не спевучая краина. Просто мы должны показать более... Ну, что у нас есть и другой жанр, вот такой, развлекательный. В конце концов, все знают, что у нас есть Сива Бобл, правда? Ну, так покажите еще, кто есть. Ну, у нас есть очень... Тем более, все артисты, которые представляли Украину в предыдущих, Руслана, там, Саша Пономарев, Тина Карль. Там. Примерно один жанр. Ну, Руслан больше этника, то более такой европейская. Тина Карль более такое вот европейское, такое больше. То есть... Я абсолютно вижу Сердючку на конкурсе Евровидения. И меня абсолютно ничего не смущает. То если уж Гринжолы не напугали Европу, то здесь... Ну, вот видите, вот там мы шутили, когда был отборочный тур. Ну, это не показывали. Я говорю, закрыть двери, главное, чтобы не впустить Гринжол. Чтобы они опять не... Нет, ну, просто ребята просто под раздачу попали. Это неприятная ситуация. Это, опять же, показывает... Стали заложниками политики. Заложниками. Вот, опять же, поэтому, когда Наталья Витренко... Она могла бы сказать, ну, более толерантно по отношению ко мне выступить, да? А говорить кикимора или там песню, гимн атлантистов в НАТО. Обозвать каждый может, ты попробуй сама спеть. Нет, я просто, опять же, не надо лезть не в свое дело просто. И уже раз уже было вот с Гринжолами, когда вот политика не так показала, что это будет очень хорошо. Да, это хорошо было... На «Оранжевой революции», на Майдане эта песня символизирует этот год, эти события, но ни в коем случае это не интересно там. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був блискучий український актор Андрій Данилко.